в одной бочке набитой тюлькой и слова не можете вымолвить. Как бабка на базаре. Это ж нормально. Хоть сплетнями обменяетесь или как. На базаре сплетни обменялись, все уже... Какие же, говорю, сейчас высадят. Да не высадят никто. Ну как это не высадят? Ну, потому что не высадят. Сейчас я тебя высажу, блядь, будешь пиздец. Ну ты сейчас доиграешь. Да, говорю, пусти, блядь, человек людей. Прямо туда, крутой высадишь, очуметь не встать. Так рот прикрой. Не закрою я рот. Кто ты такой, что ты мне рот затыкаешь? Так водитель вас высадит и все. Да, прямо вот. Конечно. Да, сейчас. Он на целый день устал, что ли, вас слушать, что ли? Сейчас он высадит. Права у него такого нет высадить. А, есть право. Я не хамлю. Что ты делаешь? Я не хамлю, матом не разговариваю. Так что извините уж, пожалуйста. Рот закрыл и потише. Да, сейчас. Это можете мужу затыкать рот, а не мне. Я вам закрою сейчас. Не закроете вы мне рот. Сейчас высадить, да, прямо да, конечно, закрыли рот. Трезво видеть. Я не трезво видеть. Докажите мне, что я не трезво видеть. А что, не видно на ваше лицо? Конечно, не видно. Да, видно все. Если человек 100 грамм выпил, то он уже не трезвым видит. Боже, избавь, вы чё? Ну так что, тебя должны все слушать? Да, только вон тут вы маршрут. Не, сидеть и молчать. Ну прям можно будет слушать. Дома будешь с женой разговаривать. Да ладно выступать, дома будешь конем да. свои а права надо качать. Слушать музыку, а не вас. Дома свои права поебал. Трандачиха. Закрой рот свой. Если у тебя если у тебя то, что ты сказал, Водитель, высадите его, пожалуйста, в цене. Если у тебя то, что ты сказал, ты можешь этим и говорить. Да. Прям еще куда не болтает там? Много. Крутизна. Со стороны спины.